Праздник, который появился в этом году, 300 лет полиции. В декабре праздновали 100 лет милиции, и вот буквально через полгода решили отпраздновать 300 лет полиции. Правда, вот непонятно почему взята за точку отсчета именно времена Петра Первого. Почему, допустим, не со времен Ивана Грозного или князя Владимира Великого. В общем, непонятно. Здесь выставка техники. Заводи.
всем шары раздали. У меня большая просьба. Вы стоите на линиях, которые ограничены. Просьба за них не выходить, иначе весь вид будет совсем другим. Теперь, те, кто не стоит в цифре 300, просьба отойти на 20 метров от цифры. Так, мужчина в синей кепочке, встаньте, пожалуйста, куда-нибудь так, чтобы была цифра. Теперь большое, обратите, пожалуйста, внимание. Вас снимает сверху квадрокоптер, поэтому, вы... Там вот маленький мальчик бегает, давайте его тоже вот так вот. Ага. Значит, большая просьба сейчас посмотреть вверх на квадрокоптер. Теперь мы просим квадрокоптеры отойти немножечко, отлететь, чтобы вас шарами не сбило. Когда вы запустите по моей команде шары на счет 3, вы машете руками и не расходитесь, потому что затем вас еще несколько раз снимут. Итак, большое внимание. На счет 3. Раз, два, три. Снимите еще раз. Тутся в ночи проблестовый маяк. Просто служба на два. Охраняй страну, защищай ее в повседневных боях. На тревожной волне телефон не молчит. С полицейской звездой. Сейчас, секундочку, еще подождем. От заката в рассвет. А под крышей сердце простое стучит. Пусть меняется времени век. 0-2, снова помощи ждет человек. 0-2, неустанно хранит города во все времена. 0-2, и патруль полицейский пути. 0-2, это значит помочь и спасти. 0-2, это значит отступит беда. 0-2, полицейская жизнь беспокойно течет. На переднем краю необъявленных войн. И не гаснет окно, где любимая ждет. Рубежей и не бросят постов, кто однажды стоял перед вечным огнем, а сердца будут помнить погибших бойцов, что страну охраняли и ночью идет. 0-2, пусть меняется времени век. 0-2, снова полночь идет человек. Неустанно хранит города во все времена. 0-2, и патруль полицейский пучит. 0-2, это значит помочь и спасти. 0-2, это значит отступит беда.